Всем привет! У нас уже подходит к концу тунцовый сезон. Этот сезон был, конечно, ну, мягко говоря, никакой из-за погоды. Ну, сегодня я вышел в море попытать, так сказать, удачу. Ну, удачу рыбакам не желает, поэтому желаю себе ни хвоста, ни чешуи. Надеюсь, тунчик меня сегодня порадует. Осталось совсем немного. Сезон закроется. В сентябре практически не было дней, когда можно было сходить. Буквально 1-2 дня. Сейчас у нас конец уже сентября. Какое сегодня у нас число? 23. 23 сентября сегодня. В общем, посмотрим, что получится. Буду ловить на спиннинг. Все, хочу попробовать поймать тунца на нахлыст, но погода не позволяет. Волна, барашки. Тяжело гоняться за рыбой. Надеюсь, будет погода. Я в этом году закрою свой гильштальт по ловле тунца на нахлыст, но пока буду ловить на спиннинг. На спиннинг это в любом случае мега круто. Ну давай, заяц, давай. Есть! Есть! Есть, просто. Сидит, родной. Нормально. Хоп. Ага, вышел все-таки. Нормально. Ага. Отлично. О. Отлично. Есть. Первый тунчик только вышел. Ну, давай, родной, давай, давай, давай. Ага. Вот так. Вот так. Ну что ты там? Какой маленький, большой. Вроде не крупный. Покажи себя. Так. Сопротивляется, котел растворился, потом клюнул. Уже опосля, не сильно крупный. Килограммчиков 15 от силы. Может быть, чуть-чуть побольше. Малышарик поднялся. Так. Ну что, готовим гарпунчик. Пускай пока походит. Опа. Ага. Так, малыш, ну что? Будем тебя колоть потихо, наверное. Давай. Ага. А не крупный тунец. Килограммчиков на 15. О, нифига себе. Приколдесница случилась. Так, пока посиди там. Посиди. Ё-моё. Заколебал. Грёбаный. Блин, вот не вовремя. Слетела эта фигня. Снимем ее вообще просто натяжечку. А, давай. Покажи себя, родной. Ушел вниз. А, давай. 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 Все. О, какой, а? Вроде уже сдался, но нифига не сдался. Давай. Давай.
Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Домашний. Ну, точно не сойдешь. По краине. Котелочек хороший. Не знаю, растворится, нет. Пока работаем. Ага, хороший. Давай, давай. Хорошо кинул. Есть. Ага. Есть! Есть! Фига атаковал сколько раз. Атаковал 3 раза. О! Ха-ха-ха! По красоте! Нифига себе, 3 раза шлепал. Да, давай, 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 давай. Давай. Ох, тихо, тихо, тихо. Ух, какой бойкий, а. Надо ему, чтобы он на низ ушел. А иначе... Фига себе. Ему плохо стало, он аж обрыгался. О-о-о. Тихо, тихо. Чуть расслаблю фрикцион. О-о-о-о! Нифига разогнался, куда? Вообще! Сережа, бабли работает, как обычно! Второй тунчик! Слушай, он по поверхности носится, короче, прикинь, на глубину не уходит, а по поверхности гоняет. Но взял за рот. Слушай, 3 раза, 3 поклевки такие было, он прям шлеп. Шлеп. И на третий уже догнал его. Взял. Блин, не приготовил этот. Нифига не заготовил. Да, да. Я же сказал, полетели, Серег, ты что со мной не поехал? Хороший котел был. Надо было идти, ты что? А, так, надо готовить, заряжать оружие свое возмездие. Все. Не сойдет, пробил я его. Жалко, только насквозь не получилось. Тяжеловато будет опять вытаскивать тунчик. Один котел. Не знаю, успею или нет. Попробую дальний заброс сделать. Поехали. Ну, рыбка, удивишь ты меня еще раз или нет? Ага, удиви. Блин, сместился котел. Сместился, сместился. Ага, докину, не докину? Не знаю. О, докидываю, хорошо, сейчас будет. О, точно. Раз, два, три. Четыре, есть! Есть! Докинул! Вот она, вот она! Третья! Третья! Опа! Оп! Олигоп! Ну, плещется еще до сих пор рыба. Играется хороший котел. Хороший котел. Отличный! Надо было поближе тебе подъехать, что не подъехал ближе? Ближе надо было подъехать. Надо было, он хороший плескалась, хорошо не растворялась. Ну что там, 5 не сильно крупный что ли, блин? Уже хочется трофейчика какого-то. Ну,
покажи себя. Ну, клюет хорошо. Уже интересно теперь размер хороший, чтобы был. А, классический. Сегодня стандартный тунец. Не сильно крупный. Тунчик. Пока не устал еще. Поэтому сильно форсировать не будем. Хоп. Хорош. Все. Хороший. Тунец хороший. Ну, рыбалка уже удалась. 100%. Рыбалка удалась. 100% рыбалочка уже удалась. Это здорово. О, тихо, тихо, тихо. Тихо, не надо нам там. Не дай бог. Пробьешь мне что-нибудь. Так, ладно, пока он пускай гуляет. Потихонечку. Крутит меня, вертит. Заряжаем снова. Ну что, попробую на видео его пробить ему уже. В этот раз блин пробить. Слабину дал. Даш пробить. Опа. Ну давай. Тихо-тихо, сильно под лодкой не поднимайся. Давай сейчас пойдешь, я тебя вот сюда вот так вот. Иди, 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 иди. Все, хорошо пробил. Что ты? Куда уже? Успокойся. Не застревай, не застревай. Выпрыгнешь, нет? Есть! 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 О! Что творится сегодня, а? Четвертый тунец на крючке. О! О, хороший. Уходит вниз. О, это говорит о том, что тунчик нормальный сел. Наверное, покрупнее будет. А может, окажется. Сейчас посмотрим. Фух. Тяжело идет. Ну, может быть, просто такой сам по себе. Кажется, что тяжелый. Ушел вниз. Да не, поднимается рыба. Все-таки это не двадцатка. Мне кажется, не двадцатка. Ну, давай, покажи себя. Покажи, какой тунец. Хороший, нехороший. Пока непонятно.
Тяжело идет, а. Ладно, я, наверное, пока отключусь, а то памяти не хватит, потом покажу. О, бля, вот тут четвертый тунец, опять такого же размера, они сегодня стандартные, пробил неудачно живот. Очень жалко, мясо испортил, но резко ускорился в ненужный момент.